Привет, друзья! В этом видео я покажу, как заправлять леску в катушку для триммера. Значит, мы имеем леску. Леска для триммеров 15 метров. Диаметр 2,4 мм. Значит, 15 метров нам, естественно, не влезет в катушку. Значит, мы возьмем, отмеряем. Сколько нам отмерить? Я думаю, 5 метров будет достаточно, потому что максимальное количество 6. Ну, максимально засовывать нет смысла, если взять по 5 метров, на 3 раза будет как раз заправить. Так что отмеряем 5 метров и отрезаем. Так, сейчас начнем работать, так сказать. Леска квадрат. Так, значит, отмерил я 5 метров при помощи рулетки и помощника. Значит, отрезаем. Опа, отрезали. И на сутки в воду помещаем. Чтобы леска была эластичная и ударостойкая. Итак, продолжаем наш ликбез, обучалку. Вот уже прошли сутки. Леску я вынул, значит, катушечку взял, ее надо открыть. Тут есть такой замочек, пимпочка, скажем так. Надо ее нажать и прокрутить. Сейчас. Опа, все открыто. Открылось, все красиво. Так, значит, берем леску. Леску берем. Слаживаем пополам ее. Точнее, не, берем. Отступаем сантиметров 15-10. И ведем. До середины. Делаем такой загибчик. Все, тут у нас середина. Значит, берем катушечку. Тут есть пазы специальные, куда надо вставить. Берем туда и вставляем. Кстати, желательно было бы, конечно, взять чем-то протолкнуть, потому что еще отверстие не разбито. Ну ладно, наматываем. Каждая идет в своем желобке. Там два желобка. Наматываем. Каждая лесочка идет в своем желобке. Делаем натяжечку, чтобы было под натяжечкой. Кстати, я 5 метров взял, но можно было бы и 4, было бы комфортнее. Поэтому, если леска очень тонкая, то можно 5 запросто, а если, как говорится, новичок, то лучше брать 4 метра. Тогда она будет лучше ложиться, а то уже ей тесно становится. Но, так как я уже отрезал, я что же... Учусь. Так, хорошо. Все. Домотали. Теперь тут тоже у нас есть желобки специальные. Мы сюда их в концы заставляем. О, тут, конечно, коротковато вышло, но я думаю, будет достаточно. Значит, пружину мы вставили. Теперь берем один, вставляем в одно отверстие выходное, а второй короткий конец. Но я тут пробовал, мне показалось, что с коротким концом будет лучше.
потому что там меньше лишней потом будет на выходе. Так, значит, все, тут мы уже скомпоновали. Так, берем теперь крышечку, эту кнопочку точнее, и крышку. Теперь это же все надо как-то сложить. Сейчас я, опа, один конец вытяну. Опа. Все, есть контакт. Теперь этот подтянем. Может, надо было его раньше подтянуть. Потому что этот-то я вытянул. О, о, все. По-моему, отлично. А ну, проверим. Можно так. Опа, все, вытягивается, да? Выходит, все. Вот так это делается. Ставьте лайки, делитесь этим видео. И всего хорошего. Удачного покоса вам.